Во дворах Кингисеппа наведут порядок. Программа по ремонту внутридворовых проездов работает. И в этом может убедиться каждый житель нашего города. Из десятков проблемных участков выбрали самые разбитые. К сожалению, бюджета хватило только на 11 объектов. Но не все сразу. Ведь, как говорится, капля к капле уже река. В наше поле зрения попали несколько адресов. Большая Советская, 15 – один из них. Здесь был систематический застой воды. Выходы с подъездов были в отвратительном состоянии. То есть люди себя очень некомфортно чувствовали. Разрушено покрытие. Ну, то есть нужно было привести все достаточно нормальный культурный вид. И в настоящее время здесь ведутся подготовительные работы. То есть демонтирован поребрик, частично завезен материал. И вот он сегодня в таком состоянии. Я думаю, что через месяц можно будет сюда вернуться и посмотреть, что здесь будет. На другой адрес мы попали в разгар работ. Самое сложное здесь, признается Сергей Рябов, увязать все существующие коммуникации. Теплоэнерго, водоканал, электросети, уличное освещение, чтобы получить достойный результат. Ну, проект ремонта заложено уширение проезжей части, устройство парковки и обеспечение маломобильных групп населения, будем говорить, возможностью двигаться на колясках, с колясками и так далее. То есть максимально приблизить объект к удобству наших граждан. Я думаю, что этот двор закончат не в середине октября, а где-нибудь в середине сентября он уже будет готов. То есть им нет смысла тянуть, потому что чем дальше, тем больше осадков, тем сложнее работать. Реакция жителей на такое благоустройство неоднозначна. Одни горожане выражают свою благодарность, а другие выказывают негатив и даже мешают продвижению работ. Трудиться на проезде Криковского шоссе было проще, ведь никаких столкновений интересов здесь не происходило. В настоящее время здесь установлен поребрик, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия. Некоторые работы еще остались, объект этот не закрыт. Сегодня подрядчик перешел на другой объект. Когда и там выполнят аналогичный объем работ, специалисты-ремонтники внесут последние штрихи в завершение общей картины благоустройства. Екатерина Колоколова, Валентин Соколов, Кингисеппское телевидение, ЯМ-ТВ.